Новости продолжают эфир канала 24КИЗ. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи. После исполнения гимнов Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций и прошли в зал переговоров. Лидеры двух стран обсудили вопросы региональной стабильности, безопасности и торгово-экономического сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение этому официальному визиту, подчеркнув, что у двух стран есть значительный потенциал для сотрудничества. В свою очередь, премьер-министр Армении заявил, что готов приложить усилия для того, чтобы двусторонние отношения вышли на новый уровень. По итогам переговоров было подписано совместное заявление, а также ряд документов. Это меморандум о сотрудничестве, соглашение в различных сферах и дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами двух стран. С начала паводка в Казахстане спасли свыше 100 тысяч человек. Такие данные озвучили в МЧС. Домой уже вернулись около 12 тысяч пострадавших. Порядка 7 тысяч остаются в пунктах эвакуации. Потоплено больше 5 тысяч домов в 5 областях. Актюбинская, Тарауская, Кустанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская. Откачано более 9 500 тысяч метров талой воды. В 8 регионах страны действует 36 ЧС местного масштаба. Это Ахтюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Ахмолинская, Караганинская, Атырауская, Северо-Казахстанская области и области Улутау. МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать все меры безопасности. Продолжается эвакуация жителей трех сел в Иргизском районе Актюбинской области. Там прибывает вода в реке Тургаев. Два села, она уже зашла. Сколько домов потоплено, сейчас уточняют. В район направили дополнительные силы спасатели. О ситуации к данному часу расскажет Наталья Салькова. Она сейчас там. Наталья, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Вера. Ситуация в Иргизском районе сейчас находится на особом контроле у спасателей и местных властей. Да, действительно, повысился уровень реки Торгай и размыло земляную насыпь защитной дамбы в селе Нура. В результате вода начала поступать в населенный пункт. Количество потопленных домов в селе Нура пока неизвестно, а в селе Мамыр, по предварительной информации, потопило 10 жилых строений. В общей сложности из сел Нура, Мамыр и Бельшер эвакуировали около 700 человек. Они находятся, их разместили в райцентре. Есть угроза подтопления сел Тауп и Жайсанбай. В населенные пункты отправили дополнительные силы, в частности 70 сотрудников войсковой части 30-238 Министерства обороны. В район доставляет гуманитарную помощь. Более подробно об этом расскажет заместитель руководителя аппарата Акима Актюбинской области Лизат Уразбаева. Она сейчас рядом со мной. Здравствуйте, Лизата Манжаловна. Скажите, пожалуйста, какая помощь оказывается жителям Иргизского района? Именно в Иргизский район гуманитарная помощь отправлена была с 3 апреля. Это целая автоколонна была, это продукты питания, резиновые сапоги, мешки. Вот последние 4 дня мы ежедневно отправляем гуманитарные помощи. В основном это мешки, около 40 тысяч, более 40 тысяч мешки отправлено. И сегодня вот отправили, и сейчас мы готовимся. Также продукты питания, резиновые сапоги, лопаты, также моторные лодки, генераторы, мотопомпы. Вот такие нужные гуманитарные помощи отправляются. Вот сегодня утром отправили еще 10 тысяч мешков и матрасы. И сейчас отправляем тоже мешки, матрасы, резиновые сапоги. Спасибо большое. В селах Иргизского района, где есть угроза подтопления, продолжают укладывать мешки с песком и возводить дамбы. Только в населенном пункте Нура задействованы 126 человек, в том числе мужское население села, а также 7 единиц техники. Иргизский район... Тем временем нужно напомнить, что в регионе продолжает работать специальная комиссия по оценке ущерба, причиненного паводком. На сегодняшний
сегодняшний день от жителей 6 районов и города Актобе, где был объявлен режим ЧС местного масштаба, поступило 3180 заявлений о возмещении ущерба. 14 жителей области получили компенсацию на общую сумму более 33 миллионов тенге. Также продолжается выплата единовременной помощи. На этом у меня все. Вера. Спасибо большое, Наталья. Наталья Салькова на прямой связи у нас была из Иргизского района Актюбинской области, где сейчас вот тоже продолжается борьба с паводками. Более 700 военнослужащих задействовали в спасательной операции в Североказахстанской области. Одни группы укрепляют дамбы, другие эвакуируют граждан. Мы сейчас в районе Подгора, участвуем в спасательных мероприятиях. В связи со сложившейся ситуацией эвакуируем граждан, укрепляем дамбы. Жители Петропавловска, не переживайте, мы с вами. А в Западно-Казахстанской области в поселке Магистральной военнослужащие укрепляют береговую линию. Здесь река Урал разлилась больше чем на 2 километра. В операции задействовано около 300 десантников из Алматинского и Жетысуйского гарнизонов. Большая часть из них возводит заграждения на реке Урал. Нужно проложить около 5000 мешков вдоль береговой линии высотой в 4 метра. Остальная часть укрепляют реки Кушкум и Дерку. Мы находимся на Теректевском районе, поселок Магистральный. У нас вот военнослужащие сейчас работает, войск сейчас 18-44 по возведению дамбы. Расстояние получается от разлива реки Урал у нас 2,4 метра. Протяженность у нас просто дамбы получается 2,2 метра. На сегодня уже выделено необходимое количество мешка тар, количество более 2000 мешков. И они сейчас закладываются, занимаются закладкой. Они сегодня работают в трех районах. Это Батирекский, Акжаинский и Теректинский. В этом году мы тоже талой воды много очень сильно было. Но не так. А теперь тоже ходили, вроде бы сначала спокойно, думали, пройдет. Но вода прибывает и прибывает. Акимат организовал, вот начали поднимать дамбу. Ну, от нас, от женщин, как говорится, помощи мало. Мы стараемся в основном организовать немножко так продуктами, питанием. И сухой паёк. Вчера, позавчера приезжали волонтеры, а сегодня даже внуки, когда прибежали, увидели, что идет отряд ребят. Они такие были в восторге, что все будет нормально, что даже уже такая защита у нас. Из-за повышения уровня воды в реке Тургай произошел размыв защитной дамбы в селе Нура Актюбинской области. Там сейчас работают спасатели, военнослужащие. На месте и наша съемочная группа. Алишер Ашимов выходит на прямую связь. Алишер, здравствуйте. Расскажите, какая ситуация в регионе сейчас? Вера, добрый день. Как вы отметили, произошел размыв дамбы, из-за чего вода начала поступать в село. Отмечу, помимо Нуры, в плену талой воды оказался еще один населенный пункт Мамар. На местах сейчас работают спасатели и военнослужащие, они эвакуируют сельчан. В противопаводковых мероприятиях задействовали больше 290 человек и почти 20 единиц спецтехники. Тех, кто лишился дома из-за природной стихии, располагают в эвакопункте. Его открыли на базе Иргизской общеобразовательной средней школы номер 1. Здесь находится больше 220 человек. Мы записали одного из них, и сейчас предлагаю его послушать. Весь поселок, весь в воде. Ни одного дома не осталось. Двухэтажная школа, она тоже под водой осталась. Нас на вертолете привезли всех сюда. Сегодня будет уже третий день, мы здесь ночуем. Приехали из Нуры, Иргизский район. Здесь очень хорошее обслуживание. Постель есть, еда есть. По данным местных властей, активно организовывается гуманитарная помощь в Иргизский район. На сегодня сюда отправили 5 поставок такой помощи. Это продукты, питание, предметы первой необходимости, одежда, резиновые сапоги, перчатка, лопаты, 2 генератора, лодки и мотопомпа. Обстановка к данному часу пока такая. Вера, в ближайших эфирах будем вас держать в курсе.
Спасибо большое за информацию, Алишер. Алишер Ашимов на прямой связи был из Актюбинской области у нас. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Глава государства подписал закон, направленный на защиту прав женщин и детей. Напомню, в законопроекте предусмотрен переход от административной к уголовной ответственности за побои и причинение легкого вреда здоровью. Ужесточили наказания для агрессоров. Кроме того, исключили возможность примирения сторон в делах о насилии в отношении детей. И предусмотрено пожизненное лишение свободы для педофилов. Вводится уголовная ответственность за пропаганду суицида, либо за склонение к нему. И еще одно новшество – проведение проверок детских интернатных организаций без предварительных уведомлений. Отмечу, над принятыми поправками работала большая группа экспертов. Тему сейчас обсудим с одним из них. Это заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлия Овечкина к нам выходит на прямую связь. Добрый день, Юлия. День. Хорошо меня слышите, да? Да-да. Вот какие еще нормы, кроме тех, которые я сейчас сказала, вы бы выделили в законопроекте, да, который был подписан сегодня президентом? Сегодня действительно президент подписал очень важный для каждого казахстанца закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Для нас, как для Комитета по охране прав детей, помимо норм, которые вы уже озвучили, по уголовной ответственности, ее усилению, закон содержит беспрецедентные нормы, превентивные нормы по созданию безопасной инфраструктуры на местах. Это опять-таки проведение внеплановых проверок без уведомления субъектов проверки. Это законодательное закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребенка. Сейчас в стране они работают уже с 2022 года, но благодаря вводимым поправкам теперь на законодательной основе они будут осуществлять свою деятельность и защищать права наших детей. Также законом вводится ответственность за принудительную высадку ребенка из общественного транспорта. Во-первых, вносится запрет на эту высадку и также ответственность. Кроме того, закон содержит в себе ответственность за травлю, буллинг ребенка любого лица, со стороны которого исходит это действие. Также в законопроекте есть компетенция по созданию программы помощи жертвам насилия детям, которая будет содержать комплексные меры, чтобы помочь ребенку справиться с этой ситуацией. Вводится лицензирование летних оздоровительных лагерей. Все мы помним ситуацию прошлого года, и дабы, чтобы такие ситуации не повторялись, теперь детские оздоровительные лагеря будут проходить процедуру лицензирования. Кроме того, вводится хорошая мера по законодательному закреплению контакт-центра 111. Каждый казахстанец, ребенок, родители должны запомнить короткий номер 111 в случае любой ситуации, по которому они могут позвонить и обратиться за помощью. В регионах благодаря новому закону будут открыты центры психологической поддержки детей, куда также родители, дети, педагоги смогут обратиться за помощью. Вы же участвовали тоже, да, в разработке. Есть какие-то нормы, не знаю, которые, может быть, выдвигали общественники, но они остались все-таки неутвержденными, есть какие-то спорные моменты. То есть нужно ли еще будет дорабатывать этот закон или, в принципе, всех все устраивает на данный момент? Закон прошел широкое общественное обсуждение неоднократно на различных площадках, с различными экспертами, это и с юристами, и с уполномоченными по правам ребенка, с региональными, и с представителями неправительственных организаций. Все нормы были обсуждены и поддержаны. Спасибо большое. Ну что ж, надеемся, что для общества это вот большой вклад. Да? Вы как оцениваете, что как это отразится вообще для общества в целом? Мы очень ждали долго данный закон. Мы надеемся, что благодаря данному закону мы сможем сделать жизнь каждого ребенка более безопасной и счастливой. Спасибо большое. Юлия Овечкина была с нами на прямой связи, заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения. Благодарю. Казахстанские судьи смогут стажироваться в Германии. Обучение будет проходить в Институте восточного права в Висмаре в рамках международной стипендии «Булашак». Это стало возможным благодаря меморандуму, который казахстанская делегация подписала с немецкими партнерами на конференции в Берлине. Наш собственный корреспондент в стране Шолпан Найманбаева все расскажет.
Казахстанские судьи ежегодно посещают курсы и семинары в США, а также странах Европы и Центральной Азии. Но впереди новые возможности. Впервые в истории судейский корпус будет проходить полноценное обучение в Германии. Такая договоренность была достигнута в Берлине. Меморандум о сотрудничестве подписан в немецкой столице представителями судебной администрации, Министерства науки и высшего образования Казахстана и Германского института восточного права. К слову, именно в этом учебном заведении будут проходить курсы. В планах ежегодно отправлять на стажировку в Германию до 60 специалистов. Группы будут формироваться два раза в год. В ходе обучения, которое будет длиться месяц, слушатели получат не только теоретические знания, но и смогут ознакомиться с работой местных судов. Это решение было не случайно, потому что тот кодекс, который был сегодня обсуждался, это АППК, административная юстиция, она была взята за основу именно германская модель, принципы германской модели, и поэтому обучение мы будем проводить именно здесь. Считаю, что обучение – это один из важнейших вкладов в человеческий капитал. Я считаю, что это очень хорошее основание для следующей кооперации между нашими институтами, администрациями. Кто будет преподавать? Мы, как профессоры, которые, надо сказать, что это будут только русскоговорящие профессоры, даже наши немецкие. И мы будем, конечно, тоже пригласить судей верховных судов Германии с переводом, и потом они будут более-менее рассказывать из своих опытов. Я считаю, что международный опыт всегда важен. Я сам учился тоже во Франции, в Англии, и это очень, по-моему, это всегда очень важно посмотреть, как другие народы работают. Кроме того, в Берлине члены Верховного суда Казахстана и судебной администрации приняли участие в конференции по правовым реформам в странах Центральной Азии. Наша делегация обсудила с представителями политических и экономических кругов Германии реформы в судебной системе Казахстана и презентовала результаты в области административной юстиции. Сегодня в Казахстане более 60% споров решаются судами в пользу гражданина и бизнеса. А такие результаты делают нашу страну более привлекательной для инвесторов, говорят эксперты. Наших немецких коллег интересовали результаты внедрения административной юстиции. И для кого не секрет, что за основу принятого в Казахстане законодательства административного положен именно немецкий опыт. Мы представили эти результаты. Эти результаты свидетельствуют о том, что количество удовлетворенных исков бизнеса и граждан по отношению к адым органам, а это госорганы преимущественно, увеличился в 4 раза, сейчас больше 60% исков удовлетворяется. И в этом смысле мы привели конкретные, в том числе, дела. Это разноплановые дела, и экологические дела, и дела инвесторов, в том числе немецких, которые нашли защиту в административных судах. Обучение казахстанских судей в Германии стартует в этом году. По словам экспертов, профессиональные стажировки помогут перенять передовой немецкий опыт и улучшить качество работы судебной системы в Казахстане. Шолпан Иманбаева, Павел Рубан, 24KZ, Германия. Уральск получил почти 700 тонн гуманитарной помощи, и она продолжает поступать. Накануне прибыли 4 фуры из Туркестана от Ассамблеи народа Казахстана с предметами первой необходимости, продуктами, спасательными жилетами и строительными материалами. Во всех регионах на базе всех домов дружбы идет очень активная работа. Формируется гуманитарный груз, доставляется в наиболее пострадавшие регионы от паводков. Сейчас по всей стране порядка 11 тысяч волонтеров задействованы, волонтеров Ассамблеи народа Казахстана задействованы в оказании помощи населению. Караван с гуманитарной помощью жителям Северо-Казахстанской области отправили жители Павлодарской. Сегодня выехал автопоезд, груженный продуктами питания, питьевой водой, одеждой, хозяйственным инвентарем. Сбор в пунктах приема продолжается. С каждым днем пополняются и ряды волонтеров. За прошлую неделю в пострадавшие от наводнения регионы из Павлодарской области доставили больше 70 тонн гуманитарного груза. Это 20 тонн гуманитарной помощи в Петропавловск. Завтра будет выезд в город Костанай. Задействовано в нашем регионе это более 300 волонтеров на данный момент, которые активно каждый день ведут свою работу во всех пунктах приема гуманитарной помощи.
В городе Кульсары Атырауской области возобновляют подачу газа. Продолжаются работы по восстановлению электрических сетей, откачки воды. Начал курсировать общественный транспорт. Об этом на брифинге службы центральной коммуникации сообщил пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев. В связи с возможным подъемом уровня воды на реке Урал в Атырау ведутся берегоукрепительные работы. По городу Атырау возведено 123 километра дамб из планируемых 223. Выполнение плана на данный момент составляет 56%. Берегоукрепительных работах задействовано 935 единиц техники, 2500 работников различных организаций и более 3500 волонтеров. За прошедший день собрано порядка 81 тонны гуманитарной помощи. В организации гуманитарной помощи задействовано порядка 200 волонтеров. Здесь хотелось бы отметить, что 80% гуманитарной помощи на данный момент направляется в Жилойский район. В Туркестанской области реконструируют водопроводные сети и каналы. В частности, в Шардаринском районе приведут в порядок сотни километров оросительных систем. В работе используют тяжелую технику. Новые технологии водоснабжения увидел Вячеслав Ветлукин. Систему водоснабжения и оросительные каналы в Шардаринском районе чистили еще 50 лет назад. Русло с такой дефицитной для южных регионов водой начали заболачиваться. Поэтому каналы избавляют от зарослей. Задействованы 12 экскаваторов. Привести в порядок необходимо 370 километров водопропускных систем. Условно, тяжелая техника преодолеет расстояние, равное маршруту от Туркестана до Тараза. Экскаватор дай давай. Джергаз. Экскаватор практически не глушу. Преодолеваю по 500-600 метров в день. В дожди временно сворачиваем все работы. Но уверен, мы преодолеем дистанцию. Впрочем, и погодные условия не должны помешать. Механизаторы наверстывают упущенные из-за дождей дни. Время поджимает. Мы успеем до конца июня. Расчистим каналы, излишки воды направим в Сырдарью. Если все получится, будет налажен естественный дренаж грунтовых и дождевых вод. Кстати, водосберегающие технологии сегодня внедрены на 30 тысячах гектарах, где почти вдвое возросла урожайность. Конечно же, с расчисткой каналов повысится эффективность сельского хозяйства. За счет грамотного орошения мы поднимем плодородие почв. В расчистку и реконструкцию дренажных, оросительных и водопропускных систем региона инвестировали больше 4 миллиардов тенге. Столь серьезные вложения, надеются специалисты, должны окупиться хорошим урожаем. Вячеслав Ветлугин, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, 24KZ. К экологической акции «Таза Казахстан» присоединились жители Тулебийского района Туркестанской области. Они высадили больше 30 тысяч саженцев, очистили арыки, улицы, дворы домов и прилегающие территории. В результате на мусорный полигон вывезли 150 тонн бытовых отходов. Мы сами должны заботиться о своей родной земле, дорожить природным богатством и приумножать его. Это в первую очередь отражает наше самоуважение. Поэтому призываю всех активно участвовать в экологических акциях озеленений. Экологическая акция «Таза Казахстан» продолжается и в Алматинской области. Молодые активисты приступили к благоустройству сакральных мест. В области более 1500 историко-культурных памятников молодежь привела в порядок территорию археологического комплекса Тамхалы-Таз, музея Жамбыла Жабаева и заповедника Тамхалы. В целом за месяц к участию в акции «Таза Казахстан» в области планируют привлечь 500 000 человек. Это туристическое место, это наш национальный бренд, бесценное богатство, поэтому мы должны содержать его в чистоте, создавать хорошую инфраструктуру для посетителей. Сегодня экоактивисты и волонтеры нам оказали большую помощь в его благоустройстве, очистке. В целом, все мы должны соблюдать чистоту, беречь нашу природу. И поэтому, думаем, в будущем во всех регионах республики будут проводиться такие акции. Казахские песни и танцы в Южной Корее. В городах Пусан и Кимэ прошли гастроли артистов Жамбылской областной филармонии. Чем казахстанцы удивляли местную публику, расскажет Владислав Цай.
Концерт, организованный Генеральным консульством нашей страны и фондом «Глобальный город Пусан», прошел в зале крупного торгового центра. Посмотреть выступление жамбылских артистов пришли местные жители и представители казахской диаспоры. К концерту готовились около месяца. Специально поставили корейские песни и танцы. Самое сложное было выбрать музыку, так как мы не должны были ошибиться. Пусан очень активно сотрудничает с Казахстаном. С 2022 года мы проводили много совместных мероприятий в Алматы. Удивительно, что в Казахстане знают корейские песни. Было бы хорошо, чтобы и в Пусане знали казахские песни и музыку. Танцевальный ансамбль «Айша Биби» подготовил корейский народный танец. А певицы Асем Абдуалиева и Мадина Бердиярова исполнили корейские песни из популярных телесериалов. Мы слышали о Казахстане, но сегодня мы еще больше узнали о казахской культуре и традициях. И захотелось поехать туда. В этом году в рамках культурного обмена между городами Казахстана и Пусаном запланировано несколько мероприятий. Корейские артисты выступят в Алматы, а в Пусане пройдет неделя казахстанского кино. Владислав Цой, Ольга Лян, 24KZ, Южная Корея. Легкоатлетические дорожки на Олимпиаде в Париже впервые в истории будут фиолетового цвета. До этого они имели терракотовый оттенок. Трассу такого типа установят на главном стадионе игр Стад де Франс. Там пройдут 46 из 48 соревнований по легкой атлетике. Спортивное покрытие изготовили из вулканизированной резины в Италии. Оно намного прочнее и эластичнее традиционной. Кроме того, как заявляют производители, материал экологически чистый, в его составе непереработанные отходы. Фиолетовый цвет выбрали в соответствии с пиктограммой Олимпийских игр. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.